Я на втором этаже все прошарил, поднимайся ко мне на чердак. Да, вижу, я патроны только что собрал. Я на чердак лезу, не стреляй. Давай. Тут кто-то лезет на чердак, я стреляю. Сих. Ну да. Дробовичок взял патрончик, да? Да, да. Короче, скажи мне, куда нам идти вообще. Вот давай наверх поднимемся и осмотримся, потому что я вот не понял. Я понял, что мы вроде откуда-то, вот где этот автобус пришли. Но куда нам дальше идти? Вон там на площади мы были центральной, где район как Грув Стрит в этом, в Сан-Андреасе или что? Давайте я загружу. Вон, смотри, куда я смотрю. Мы там были? Да. Мы Окей. там пошарили два дома. Слева тупик. А сзади, где автобус были? Сзади. Сзади вот и налево, там ты появился. И нам остается только направо. А направо это где? Вон туда. А ты где? Там вот а они, туда смотри. Это где? А. Нам вот туда надо тогда идти. Потому что смотри, там мы были, мы там обшарили, по-моему. Ага, ага. Вот. Потом слева автобуса мы там были. Хотя... Че, спрыгнем тогда и пошли, или че, или мы сдохнем? Так, там вдалеке пожарка, да, мы там были. Мы сдохнем лучше потихонечку. Но все равно спрыгнуть, да? Все нормально, я жив. Угу. Давай направо. Хотя, блядь, тоже автобус. Сука, здесь везде ебаные автобусы. Подожди. Я у автобуса сейчас. Я и тоже. От него направо. Может по названиям улицы ориентироваться? Давай. Какая улица? Вот улица Франклина. Мы сейчас с нее переходим на Брук-стрит. На Брук-стрит, вот тут закрыто. Но, по-моему, здесь ворота должны вот эти вот открыться. Смотри, центральные. Зомбаки вон идут. Нет, закрыто все. Короче, ты в жопу нас привел. Ну так все правильно. Брук-стрит, вон здесь зомби ходят. Мы оттуда пришли. Вот и... этот грузовик, я на него смотрел, да. И вот справа был автобус, чувак. Мы отсюда пришли вообще. Нихуя. Я тебе говорю. А еще косой. Ну куда ты хочешь, на этом надо идти? Я не знаю, вот оттуда мы пришли, вот сюда справа был грузовик. Пойдем туда, сходим все-таки. Ну я тебе говорю, мы там были. Вот на этот хаммер я смотрел, а справа за кустами от меня был скрыт этот автобус. Я тебе об этом говорил. Вот скорая помощь стоит. В этом доме мы с тобой встретились. А, ну здесь ты появился. Ну, чувак лежит с газонокосилкой. Все. Наркоман, чертов. Блин, хожу с наркошей. Аврора эстейтс вообще какая-то. Ну пошли туда. Ну вот отсюда я пришел. Вот гараж, где банда играет. Все, отлично. Здесь просто ты появился. Да, забей, что от него. Патроны не так. Ты дом тут обшарил? У меня 122 патрона и 15 в обойме. Что тебе надо от меня? Ты помнишь, как король было, когда, блин, толпа бежала там? Я помню, что как король вышел из ситуации, поэтому... Конечно. Я показал полубожественную игру. Я был очень хорош. А помнишь тот выстрел, когда двоих убил головы? Помнишь, да? Ты, наверное, уже забыл, но он был. Я был очень хорош. Так, окей, тогда направо мимо автобуса. Мы там прошли. Ну там-то тупик, блядь. Мы как-то круг сделали с тобой. Мы в какой-то момент завернули направо, прошли по каким-то зданиям, потом повернулись и пришли сюда обратно к автобусу, хотя должны были дальше идти. Вон там вот круг. Из-за того, что ты мега дича. Вон там круг, мы там были, да? Потому что там пожарка, мы там обшаривали. Да, мы круг прошли, вернулись сюда, прошли в здание справа, и вот автобус. Все. Значит, нам вот туда к фонарям идти. Так, шарик, и все, бежим туда. Пошли к фонарям. Потому что все остальные вот эти слева ворота, проход. Они без фонарей, тупо закрыты. Вот слева проход, короче. Ну вот. Говорил же я. А слева гляди, куда мы выходим. Да нет, нам надо прямо. Так, дом. Через дом выйти во двор туда. Дом не обитаем. Кстати, розовый, понял. У меня такие черные руки с белыми ногтями. А может ворота открыть, потому что тут типа так, открыто. Гляди, здесь кругляш. Круг кто? Ну вот здесь круг и здесь дома. Канализация. И где, блядь? Я потерян. Сучка. Спасибо. Здесь кругом зомби, чувак.
Ну, значит, мы там не были. Так я и говорю, иди сюда. Вот я тут. Ты видишь меня? Вижу, вижу. Видишь мой ствол? Смотри, что ты подразумеваешь под стволом. Ну, пистолет с фонарем. Да. У тебя сзади мой напарник идет, бывший. Джонс был хорошим парнем. Мародерство! Нет, мы... О, красный хаммер, у них по-любому семья богатая. Я не говорю мародерство. Давай, все, влетаем просто на второй этаж. Дичить, дичить. У нас есть мало времени. Так, детская комната, пушек нет, по-любому. Сейчас знаешь, какая-нибудь гаусс-пушка лежит у ребенка в кроватке. Я в подвал. И ребенок такой с этой гаусс-пушкой. У них здесь я... бар с бильярдом, блядь. Ну да, теперь что поделать. У них туалеты золотые, я тебе скажу. Ты глянь. Ты только глянь. У них наверху тут патроны, вискарь стоит, вентилятор круглый, айпад лежит, чувак. Блин, мы зомби-апокалипсис. Давай очистим этот дом и будем тут жить. Я не хочу больше никуда двигаться, мне тут нравится. О, хозяин. Хотя нет, он как-то нехорошо одет. Как ты его встретил? Но у них нет чердака, это плохо. Я не буду здесь жить, здесь нет чердака. У них два туалета, прикинь. Кто-то вломился на первый этаж. Да, и у меня с ним стрельбушка. Но он типа идет туда... Ты в подвале? Я такой выхожу, и труп катится. Прикинь, он вломился и тупо к тебе бежал, мимо меня. А, ты посмотри, эта баба, она... Она была в доме того парня, на столе стояла. О, бывший ты. Бывший не я, это мой бывший напарник Джонс. Патронов просто дофига. Револьвер. У тебя револьвер есть? Нет, я скинул. А, дабы взять дробовик. У них кресло с ручкой, знаешь, его подвинуть и раскрываются для ног. Офигенно. Богачи. Ты на втором этаже-то побывал? Всё? Да, там пусто вообще, я все обшарил. Тебе не попасть в этот шикарный дом. Welcome. Забыл добавить. Да, точно, Андрей. Ты чувак играл. О, у чувака Steam открыт! Чё? Иди сюда, на ком, глянь. Подожди, второй этаж? Да. Подожди. Так, и... это детско. Смотри, смотри, на рабочем столе у него этот, наша игра. Контагион? Контагион, Steam открыт, Skyrim. Зыпа. Охуенно. Прикольно. Зачетный пацан. Но он сдох, и так что... Да. Так что можно в Skyrim поиграть. Да. Стекло. Короче, в этом доме ничего больше нет. Надо выходить. Как мне нравится наша ходьба. Надо выходить. Через окно такой. Так, отлично. Хорошо, хороший дом будет. Так, этот закрыт дом. Так, и чё, куда? Ну я вон вижу, по-моему, проход. О, смотри, зомбак лезет. А чё они такие умные-то? Они могут перелазить, да. Дай со снайперки его, дай со снайперки. Давай. Сзади! Вот. Лезет! Баба! Вот я тебе отвечаю прям. Сзади тебя! Отлично, прикрыли друг друга. Фух, я без прицела стрелял. Еще одна. Передумала. Нет, все-таки решилась. Нет, передумала. Посмотри. Не стреляй по ней. Нет, она все-таки решилась. Так, окей. Там мне есть. Нравится, как тут мозги у них прошибаются. Да. А можно на батуте прыгать и перепрыгнуть вон туда? Нет, мы там в этом доме-то по-любому были. Нет. А, да, тут мертвый зомби. А, точно, мы тут были, и чё, и мы опять вернулись. Сука, блядь! Чё за, куда идти? Я могу тебе только смс-нуть. Видал, я по забору бегаю. Мы в нигде. Короче, мы опять как-то заблудились.
Вот здесь мы пошли налево. Там этот. Я тебя еле нашел. Короче, ты, так я понял, да, нашел проход куда-то дальше. Нет, я пытался его найти, пока не ясно. Вот там справа за забором вообще была какая-то дорога, на которой мы не были. Не освещена, ничего. Ну, значит, ладно, ходить, видать, нельзя, раз не освещена. Не, может, нам как раз туда. Нет, смотри, попрыгай, там просто это, пустые. Ну, я ничего не успел увидеть, у меня камера трясется, мне хочется блевать. Не, там, короче, не запомнил. А мы в заднице. По-моему, вот по этой освещенной улице. Ну, розовый дом, вот мы у него были. Да, ну здесь вот так закрыто, и там типа... Да, я вижу, как только там твой наркоманский фонарик. Все стороны скачет. Куда идти? Может, тут смысл карты, что нельзя никуда выйти, а просто ходишь, типа, и наслаждаешься игрой? Нет, так не должно быть. Ну, это ты так думаешь. А разработчики, ха, вот будет прикольно, если мы не поставим никакой цели, они могут просто ходить и дома лутать. Не-не-не. Окей. О! Идем как сюда. Видишь меня? Да. Ты что-то увидел? Да. Мы там не были? Возможно. Скорее всего. Вот туда, видишь? Это вот туда, да. Ага. Да. Ну, в доме вон мы были там. Все, вот, проход дальше. Прикинь. Как мы должны были его найти? Я хуй знаю. Здесь тоже все поломано по затылку. Пошли на улицу. Выходи. Много зомби, много зомби. Иду к тебе. Штук 300. 299. 297. Тихо, тихо. Мразищ, мразищ. Как долго мы его убивали. Да, мы тут не были. Кровище, которое вытекает. Ага. Не, мне нравится, как у них мозги, знаешь, выбрызгиваются. Прям куски такие просто в башке остаются красивые. Двоих, попробуй сразу. Не, они разошлись. Так, отлично. Справа дом не лутается, слева дом не лутается. Да, ничего не лутается, но мы вроде как нашли куда-то дорогу. Сейчас, знаешь, опять в тупик придем. Спарим, ты меня не найдешь. В машине? Черт. Я так предсказуем, да? Да, блядь, я ему в упор, в голову. Ну, прям. Конечно, это все то, что ты косой, это вот как бы вот, да. Знаешь, мне постоянно приходится за низкой чувствительность, даже подкрученной, ой, из них патронов, патроны падают, прикинь. Приходится мышку доворачивать на врага. Ну и чё, мы пришли в тупик. Хотя нет, вот тут можно пройти. И там что-то светится вдалеке, видишь? И убивают зомби вообще. Вдалеке светится то, откуда мы пришли. Ну го сюда, тут дальше проход есть. Фонарик бы, знаешь, типа, чтоб светил на большую площадь. А не такой дебильной точкой. А, ну да, мы забор обошли как раз. Вот. Дом лутающийся. А, барабанная установка. Мы пришли в начало игры. Я тут был. Тупая. Аврора, я все, я заканчиваю запись. Всем пока, спасибо, что были на всех каких выпусках с нами. Я больше не буду это снимать, все, я не могу. It's over.